Я снимаю свой первый Let's Play вместе со своими подругами. Блин, вы должны были появиться! Все вместе! Блин! Я тоже появилась, я с тобой хожу такая рядом. Вместе с моей подругой Про, это Настя, и со своей подругой... Ой, ты только беру в лес? Да. И Толики. Яндера! Всем убийственный привет, с вами Яндера. Откуда у меня чертово перо? Это моё. Это перо и волына. Это мое. Не трогай! Это мое перо. Один удар в печень. Инсульт из печени. Что? Так, короче, Яндера это Яра. Яра сейчас тоже снимает. У меня даже браслеты есть. Ты тоже снимает, да? Да. Я буду купаться. Да блин, давайте хотя бы в этом... Да, я искупнусь-то немножко. Мы снимаем третий раз. Потому что у кого-то не включалась камера, и это была не я. Удивление и шок. И не у меня? Давайте закончим. Настя не нравится. Кто-то 15 минут настраивал себя Мобайзен и в итоге так его и не настроил. Я нашла море. А кто? Я нашла прекрасное место для дома. Так это же отлично. Мы не будем там его строить. Мы будем строить его и забирать. Ты посмотрите, какое тут прекрасное место. Пляж. Да я ничего не вижу, я копаю дерево. Пляж, розы, цветы. А зачем нам пляж? Говорите погромче или поближе к моему телефону. А я сделаю. И спасибо. Пещера. Ой, супер, я к тебе. Вот видишь? У меня там вся Настя. Я умею привлекать зрителей. Каких зрителей ты привлекла, Настю? Она подпишется на мой канал, тут две пещеры. А ты где? Это уже подписка и лайки. Серьезно, а где ты? А я вообще потиралась. Я Веронику-то вижу, а вот... Вот где у меня все жутко лагает. Пам-пам-пам. Пам-пам. Если... Именно поэтому тебе не надо снимать видео. По Майнкрафту вы имеете в виду? А, кстати, Вероника, почему ты... В смысле вообще ты? Чё там? Вероника, почему ты не впускаешь видео на лайв-канале? На каком лайв-канале? В смысле? Вероника. Да. У меня один канал. В смысле? В прямом. Ты что, удалил этот канал? Какой тот? Тот! Какой тот? У меня один канал Ника Фрут. Яра, ты где? Яра. Какой был, такой и остался. Вы о чем? Яра. Охренеть, просто меня зовут два идиота. Так, Яра, ты где? В смысле два, Настя, что? В смысле идиоты? Так. Блин, панику не а, то есть, как... Блин, меня даже дебилы. Не смутило. Я вижу тебя, Яра. Уродцы, блин. Летсплей обещает быть интересным. Иди сюда, Вероника. Египетская сила, блин. Кого ее? Яра, пошли, чувак. Египетская сила. Ребят, вы что, охренели? Вы что, да? Пошли. Это египетская сила. Иди за мной. Меня все лагает, поэтому я просто вижу красное пятно и иду за ним. Давай. Красное пятно. Почему Настя вдруг стала девочкой? Просто остальное все время она была мальчиком. Офигеть, не встать. Че? Кто? Я... Простите, друзья, я съела бананчик. Я тебе не знаю. Яра, спаси нас. От кого? Яра, иди сюда быстрее. Мы просто в пещерку немножко упали. Да, у нас нет ресурсов. Вы где? У меня есть 6 дерева. Нет. Давай делать верстак и добывать камень. Нет, давай просто будем деревом строить. Нет, господи, я собираюсь убрать камень. Господи, чёртова, где вы? На пещере. Я вижу, но в какой? Так прыгай. Как ты это можешь? В смысле прыгай? Вот, иди вперед, иди вперед. Я прыгай. Вижу ваши ники. Так что... Прыгай и давай спасай нас. Давайте, пошлите в пещеру, нам нечего терять, потом там построим. У меня нет инициативы прыгать к вам. Иди сюда. Я хочу убить Толика. Ну хотя Толик это святое. Да подождите, нам же нужен камень, нам же нужна печка. Дайте я покупаю. Подождите. Железо может быть. Опа, я сейчас придумала кое-что. Пам-пам. Отсылочки. Пам! Эффектная ты, прыгай! Ты даун, что ли? Ты должна была спасать, а ты прыгнула! У меня вообще-то дерево есть. Я нашла даун. Железо. У меня тоже! В смысле железо. Ничего. Когда спалился. И его 56. Теперь делаем кирочку. 50 же железо, что? Хватит всех... И почему тут курятин? Это Толик. Курятин? Что? Это Толик. Яр, ты можешь говорить громче, потому что мне кажется, что никому не слышно. Ну и отлично. Это была Настя. Это всем сразу было понятно. Мне вы куда пошли? В какую-то... Толик. Кто тут построил ступеньки? Это я. Зачем? Давайте жить. Ты... Мы что, опять будем жить в пещере? Я хочу, чтобы вы вылезли. Мы, блин, каждый раз, когда играем,
Играем в пещеру, точнее, живем. Ты можешь найти уголь? Я бы была очень счастлива. Я бы тоже найду, я ж ничего не вижу. Взяли угли? Ой, угли, факелы. Оп, оп. Я ни хрена не вижу. Оп, оп. А-а-а! Что происходит? Лава? Где? Спасайте Веронику. А где я? Откапывай. Спасите. Я сначала вообще не поняла, что происходит. Тебя кремнем накрыло. Да я поняла вообще-то уже. Серьезно? Ну вот так получилось. Я шокила сделать. Пошли. Ребята, пойдем. Я, знаете, это выглядит как коридор в страшилке. Это выглядит как будто ты дебил. Иди туда. В смысле? Блин, у меня клавиша залипла. Оп. Уголь. Аллилуйя. То, что нам не хватает. Let's play. Да, блин, у меня вообще все клавиши залипли, черт. Ставите. Я могу тебя ударить? Я уже все это... Свет! Вы играете шутки с огнем. Так. Где верстак? Здесь много угля, а он наверху. Уже надо сходить. Кто-нибудь сходите за печкой и верстаком. Я просто поставлю новый верстак. А печку кто заберет? Ты сам ответил на свой вопрос. Это просто запикивает наш мат. У нас нету мата. Ну и хорошо. Это детский канал. Милый канал, да? Это как у этой. Ну я лучше не буду. Почему у меня до сих пор нету каменной кирки? Дайте мне, пожалуйста. Слушайте. Охренеть, ты чё? Ай-яй-яй-яй, больно. Она просто меня охренела. Меня все лагает, как мои ресурсы забирают еще и про 2-0 покинул игру. Нет, еще. Да. Ты вылетел. Черт. Ну, ничего, мы подождем. А ну или ты это вырежешь. Стоп, а я играю. Ты призрак? Ой, я тебя найду. Чувак, пойдем туда? Чувак, я не хочу. Ребятки, я вылетела. Да ладно. Я вообще-то не вам говорю. Да, он и... Ребятки, блин. Как ты еще назовешь подписчиков? Морковочки? Фрукты. Фруктовочки. Это как бананы. Да не прыгай сюда, там ничего нет. И чё? Вы, ребят, сейчас вообще о чём? Пиздец, блядь. Ты чё? Я типа... Я ездокнула. Типа милый канал. Типа охуел, что ли? Тихо-тихо. Настя, дома попка. Я факел сломала. Кого же убить? Себя. А я вообще тут ни при чём. А я тут что делаю? Яра! Что за дела? Что за подло? Больше... Настя сейчас... А, тут Яра. Да ладно. Тут еще пещера есть. Ушел, я пошла. В другую сторону идем. Господи, блин. Разворачиваемся, идем за железом. Ты где? Я на выходе. Охренеть. Я... Яра, не трогай меня своими пальцами, мне да это неприятно. Да как я тебе это... Яра, я спасу тебя. Ты тупо, блин, дрыгаешь пальцами или лежан на... Я сзади, ну назад иди. Яра, назад. И что тебе надо от меня? Так пошли. Всем на меня вообще плевать, да? Да. Я хочу взять свой. Я тебе прокопаю сейчас, не боись. Стой на месте. Насте не надо. А то кремень на нее упадет. Запись уже идет 9 минут, а мне уже стрёмно. А у меня 10-11. Все, идем. Значит, моя запись будет маленькая. Я бы тоже снимала. А только кто-то идет. С идиотским телефоном. На улице ночь. А туда... Мы не идем туда, мы идем в следующую пещеру. Потому что кто-то говорит, что у меня телефон тупой. Да, у тебя он тупой. А у кого-то даже... С кого мы нажимать тебе, не смогли нормально перекинуть. И что? Это ничего... А, это была муха. Офигеть, просто какой-то испугался мухи. Блять, на жопе кто-то сел. Так, стоп, мы еще не выходим из пещеры? Я как бы в следующий... В смысле? Я тут. Оп, еще железо. Молодец. Это
просто счастье железа какого-то. Ой, еще, ой! Это май железо. Что? Май железо. Какое хорошее место, мне так нравится. У меня уже всего лишь 21 железо. Кто выкопал мое железо? Я не выкопала твоего железа, я просто иду вперед. Ну, кто-то же его выкопал. Приключения. Офигеть, не так. Чего? Сколько железа? У-у-у. Это общее железо, не пиздите. Вообще-то да, это общее железо. Все, вот это общее дело. Окей. Эрма, что, не будешь материться? Ну да, серьезно. Тут большая. Нет, придется слишком много монтировать из-за тебя, вообще-то. Спасибо. Вероника, стой тут. Стой, не иди туда. А где вы? Да, все, пожалуйста. Вижу. Настя, где? Да стой там. Все, идемте. Там, та-дам. Все ниже за алмазами золото. Золото. Значит, мы близко к алмазам. Вообще-то это... Ой, водичка. Идемте вниз. Тут есть водичка. А тут есть лава. Кто нашел лаву? Настя. Я нашла лаву. Ну тут тупик. А тут я нашла водичку. Да, блин, вода нам ничего не даст. И чё? Нам даст лава. Блин, я упала. Как будто даст. Ну, ты поняла. Лаву. Что? У вас есть еще факела? Да. У меня еще шесть. Чё так тут много золота? Это чтобы ты мне сделала кольцо. Кольцо? Кольцо? Ты нашла там много железа или алмаза? Что происходит? Она железо нашла там просто. А, да. Ой, золото. Да, там тут немножко железа просто было, чуть-чуть. Тут немножко железа было. Чуть-чуть, совсем немножко. Давайте сделаем железные кирки. Давайте, где, у кого верстак? Печка-то нам зачем? А, ну да, надо положить. Интересный вопрос. Я купаю уголь. А ты тоже туда положу. У кого есть верстак? Кто-нибудь поставьте верстак. У меня есть верстак. Так поставь. У меня вообще только... Да он хватит уже копать. Зачем? А, я думаю, ты его поставил. На чем мы собрали жерех, если я копаю? Мы уже 15 минут снимаем, 14. Я могу сделать, знаете что? Я 12 минут снимаю, поэтому... Смотрите. И повинуйтесь мне. Так, вот. Пам-пам-пам. Что там у тебя? Да. А, блин. Ты не поджигай там никого. Я буду вас поджигать, в смысле никого не поджигать. В прямом. Ладно, это был ритуал. Ты, блин, так, какой нахрен ритуал? Убери я... это! Чё, Чё? Блинчик. Стоп, тут пройдёт всё железо. Вообще-то у меня там было своих 12 железа. А моих там было 21 и чё? А моих так я взял 11. Только 3. А у меня 0. Точнее, да. А у меня вообще нет железа, я только 9 туда положила. Ты можешь взять там свои 30, мне вообще без разницы, у меня там были 12. У меня были 9. Ты кто сюда положил? Да. У нас почти столько железа. Ну молодцы, и все равно это железо общее. Ну да. Так что посмотреть, кто сколько взял. У нас вообще все общее. Ладно, все. Кроме чего-то там. Так, я сейчас... Ой, Настя, почему у тебя в доме летают мухи? Интересно. Вообще-то они у всех летают. Угу, не летают почему-то. Они тебя не любят. Потому что ты магл. Нет, они не любят яру. Что за вопрос? Ну да, яру мало кто любит. Только родители. И то, наверное, они врут. Я шучу, яра, не обижайся. Вот возьму и обижусь. Я тогда тоже обижусь. Это что такое? Я не слишком злопамятный человек. Кто-то как-то обиделся на нас и заплакал с того, что мы назвали ее предателем. Кто, Надя? По шутке. Вообще-то это была ты. Из айфона, который Гвоздикевич, блин, попросила тебя дать. А мы вообще-то шутили. Ну да, кстати. Очень похоже, блин. Неудачная шутка. Ну, в смысле, по-моему, она удачная, просто у кого-то неудачная. Слушайте, здесь так много... Просто у кого-то неудачные друзья. Например, у меня. Это сейчас... Ой, может, пойдем сюда? Нет. Я освещаю... Ну, я пошла. А вы где? Я освещаю половину пещеры. Что происходит? Вы где? Закройся. О, боже, тут слишком... Яра. Твою мать. Что, Яра? Боже. Что это? Так.
Я осветила половину пещеры, мне нужно. Да. Что ты там делаешь? А ты что тут делаешь? Шикарно. Теоретическое появление. Я вылезу. Как-нибудь, но вылезу, да? В смысле, как-нибудь. Это как какашка из дырки. Я вылезу. Только Настя из дырки. Какая? Это, ты, тебя родила пещера. Сделаю ведро на ваше железо. На ваше. Спасибо. Пожалуйста. Это общее железо, ну, будем приобщать это. У кого сколько железа было? Был. У меня 12. 9. 9? А точнее, сейчас у меня намного больше. Я положила еще 2 железа. Еще 16. Я еще 8 положила. Я 2 положила еще. У меня закончились факелы. У меня их 16. Ребята, я потерялась, я вообще ничего не вижу. У нас у пещеры везде я уголь. Я могу к тебе спрыгнуть. Я плыву. Я кушаю. Ты понимаешь? А я вижу воду. Ну, я плыву. Вероника, стой вместе. Как я плыву? Так не плыви. Так не плыви, да, ты чечене. Вероника, привет. Привет. Мне придется паркурить. В общем, пошли. Куда? Ты где? Шенген-виза в Сочи, это где? Сочи? Да, я тебе смотрела в Локлиске, там, где мы в Сочи поехали. И при чем тут я? Просто сказала Сочи. В общем, и вспомнила про Лиску. Ты смотришь Лиску? Нет. А ты где? Я... Да, по течению. Походу совсем. Они сказали, что они убежали. Вряд ли они будут бегать, когда еще дня нету. Да. Напишу на них заявление. Ой, нам вообще походу пофиг то, что мы снимаем видео. Мы просто играем и все. Да, вот как мы обычно. Вообще ничего не говорим. Что надо говорить-то, если ты теряешься все время? Ты почему там вообще стоишь? Я копаю. Почему ты там копаешь? Потому что... Вот почему ты тут копаешь? Да уйди отсюда! Господи. Тихо, у меня 3 жизни осталось. Ты че лох? Кстати, у меня голод полный почему-то. Ну, типа, мы просто не бегаем быстро. Либо у тебя... Уйди. Сложность. Какая сложность? Ну, я не знаю, что из этого. А ты из этого мне? Я подку... Я по этот... Яра, посмотри, включена ли у тебя сложность. Так, параметры... Ой, параметры. Левша... Причем тут это? Тебе надо посмотреть, чтобы в мире была сложность. Вот и все, что у тебя... Где выход? Где выход? Я вообще без понятия. Иди за мной тогда. Я покажу. Виза Шенген. Оп-оп, а, уплываю, уплываю. Вы хотите, чтобы я вышла из игры и посмотрела сложность? Нет. Зачем тебе выходить из игры? А кто тут прокопался вниз? Где? Ну, про... Настя, это походу... наверное. В смысле, Настя? В прямом. Кочурина. Кто-то еще копается. Витальевна. Не надо раскрывать всех тайн. В первой же серии. Какая разница вообще, как тебя зовут? Я могу запикать. Все потому, что это мат. А? Настя Витальевна, это теперь мат. Ну, чтобы никто не знал, если Настя не ходит. Настя где? Лава. Возле печки. А я возле лавы. Клёво где? Иди сюда. Так мы там были. И чё, я хочу его собрать? Надо угли собрать. Вы видите это? Да я тебя вижу, что-то там алмазы нашла. Нет. Ну, а что ты тогда нас зовёшь? Смысл? Я вас даже не звала. Ты сказала, я вижу лаву, я вижу лаву. Это автоматически зовёт. Ну... У меня есть лава. Я могу кого-то поджечь. Отойди. А, ты что делаешь? Ты что, Яра? Она чуть не умерла. Яра, ты заслуживаешь казни. Ты заслуживаешь казни. В смысле? Подвешу тебя за волосы. Ты попробуй только. Я тебе потом того. Ну, ты поняла, да? У нас просто детский канал. Детский канал, блин, мы сами дети. Вот именно. Нам что, взрослый делать? Взрослый контент. Почему все мои предложения со своей российской? Почему?
потому что кто-то её пересмотрел. Да, пересмотрел. И кто сейчас её пиарит. И кто-то сделал себе обложку с Лизкой. И кто-то сейчас её пиарит. Я возобновила запись. У меня 20 минут уже эта запись идет. У меня 22. У некоторых по 2 часа видео идет. Ну так, у некоторых. Кого-то так смотрит. Это стрим? Стрим это не видел. Это выживание. Следующая серия. Потом типа можно остановить и продолжить снимать типа вторая серия. Окей. Давай сейчас попрощаюсь. Нет! Сейчас. Почему не сейчас? 30 минут будет. Вообще-то ну, это да. Никто не будет смотреть. Я смотрела видео, кто идет. Я потом уже буду там вырезать всякого говна. Господи. Короче, прощаюсь. Офигеть, знаете, что сейчас сделаю? И вот на этом мы закончим видео, чтобы вы увидели продолжение следующей серии, что же там нашла Настя. Короче, всем пока!